Человек, идущий по тротуару, называется пешеходом. Следующий вопрос. Знакомьтесь, это робот Степа. Он создан специально для того, чтобы воспитанникам детского сада рассказывать о правилах дорожного движения. Создал его Дмитрий Соколов. Более 5 лет он занимается в объединениях Губкинской станции юных техников. Кроме того, увлекается информатикой. Собирается поступать в технический вуз. Из-за того, что у меня большой опыт в этой сфере, я почти к нему не готовлюсь, потому что настолько серьезный опыт. Я участвую в олимпиадах, и мне это позволяет уже спокойно решать и последние задачи, и задачи первой части. Выставка роботов – это лишь одна из 11 конкурсных площадок фестиваля. Здесь и соревнования ракета, и автомоделистов. А здесь юные техники демонстрируют свои умения в области 3D-моделирования. Задания с каждым годом усложняются. В прошлом году мы работали в другой программе Tinkercad, но в этом году мы начали в более сложные программы, потому что в ней интерфейс и возможностей намного больше. Местом проведения такого фестиваля «Новый Оскол» стал не случайно. В последние годы в округе уделяется большое внимание развитию технического творчества. Есть у новоскольских школьников и весомые результаты. Они чемпионы мира, чемпионы Европы. Это ракета моделирования. Второе место на уровне России заняли по автомоделированию. Сегодня у нас хорошие результаты показывают наши ребята, занимающиеся робототехникой. Кроме того, школы обеспечены с 3D-сканерами, есть 3D-ручки. Это технологии эти изучаем и добиваемся определенных успехов. В работе фестиваля приняли участие представители белгородских вузов. Для них это возможность пообщаться с одаренными детьми, помочь им в выборе будущей специальности. За последние 5 лет у нас уже имеется статистика, что ряд участников поступили в БГТУ имени Шухова благодаря вот как раз-таки знакомству с нами на различных мероприятиях по всей Белгородской области и не только. В рамках фестиваля также прошли более 20 разнообразных научных мастер-классов для всех желающих. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.